Альта Адвенчур. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем именно в эту игру. Так, нажмите, чтобы начать. Ламы убегают вниз по склону. Скорее хватайте сноуборд и догоняйте их. Ага. Поймай лам, чтобы уберечь их от беды. Ламы дают очки. Нажимай, чтобы перепрыгивать через камни. Понял? Так, ну, я так понимаю. Так, собирайте монеты, меняйте их на классные изобретения в мастерской Изель в деревне. Монеты тоже дают очки. Слушай, я бы вот так бы с удовольствием бы. Нажмите и держите для сальто. Осторожнее, не приземлитесь на голову. Фух, повезло. Исполнение трюков ускоряет вас. Больше трюков, больше скорости. И длиннее шарф. И длиннее шарф? Прыгайте на растяжку с флажками, чтобы сделать гринд. Каждый трюк, который вы исполняете в общей цепочке, умножает заработанные очки. Да? О, ламы. Мы должны с тобой ловить ламы. Слушай, прикольная игруха. Ё-моё, я же должен был перепрыгнуть. А почему он не стал перепрыгивать? Не нравится мне этот знак, будьте осторожнее. Мне тоже он не нравится. Он о чем-то предупреждает. Ой-ой, огромная пропасть. Убедитесь, что у вас достаточно скорости, и прыгните в нужный момент. Да, мне и так хватало пропасти. Хорошо, пожалуй, этого хватит. Думаю, вы готовы к началу приключений. Посмотрим, как далеко вы сможете спуститься. Даже так? Ну что же, посмотрим. Так, а если мы с тобой будем держать кнопку? Я не знаю, нужно было это пламя перепрыгнуть, может быть, и нет. Я хочу трюки сделать. Ой, неприятное падение. Так, сделать сальто. Так, это мы все с тобой сделали. И, кстати, уровень у нас только лишь первый. Так, проехать 500 метров за один заезд. Поймать 5 лам, перепрыгнуть 2 камня за один заезд. Пши. Испытайте мое приключение без рекламы. Купите сегодня и получите 5000 бонусных монет. Спасибо большое, не хочу. Ну что, давай еще разок. Так, вы хотите использовать Google Play, чтобы соревноваться с друзьями? Да, использовать. Ну что, я поехал. Раз, два, три. 4 ламы мы поймали. Так, а вот она, пятая. Камни. Ё! Что? Я засмотрелся, друзья мои. Я просто засмотрелся, естественно. Надо было повнимательнее. Хорошо, давай еще разок. Там просто 2 камня сразу же, оказывается, у нас идут. Вот первые. И где-то вот здесь сейчас будут вторые. Угу. Так, перепрыгните 2 камня подряд. Лучшее расстояние 600, сколько там? 600 с лишним метров. А как? Стой, подожди секундочку. А что я должен был сделать в этом моменте? Непонятно. Так, ладно, мы с тобой в любом случае получили 3 уровень. И я буду еще раз, друзья мои. Там слишком высокий был трамплин, вам так не показалось? Слушай, я даже до магазина не добрался. Где-то магазин должен быть, где мы можем с тобой покупать новые какие-то изобретения. Где он, этот магазин, объясни мне на милость. Так, а я думал, что я смогу запрыгнуть. А оказалось, не получилось. Блин, ты сейчас серьезно, что ли, а? Полетел он. Закончить заезд. Так, подожди, надо, наверное, было нажать домой. Почему домой, ребят? Потому что нам нужно было зайти в эту кузницу. Теперь у нас ночь на дворе. Так, собрали. Он говорит, тем длиннее будет шарф.
Я не могу, он меня смешит почему-то. Так, пропустить. Нет, не надо ничего пропускать, все пускай остается. Поднять магнит для монет. Слушай, если я нажму домой, будет здесь где-нибудь кузница? Так, нажмите здесь, чтобы сменить игрока. А, вот оно что. Открыть за 75 тысяч. А, за 75 рублей. 75, я думал, что это игровая валюта. То есть только лишь за финансы, за реальные, да, можно это все сделать. Хитро, конечно. А вот и мастерская, по ходу дела. Премиум апдейт. Вы, блин, сейчас серьезно, что ли? Погоди, а вот это уже за монетки. За наши, за родные. Так, действие пера. Увеличьте длительность парящего пера и дольше не беспокойтесь о камнях. А у меня всего лишь 112 монет. Понятно. В мастерской нам с тобой делать нечего. Так что нам нужно бить рекорд. Если мы хотим что-то вообще с тобой здесь приобрести, нам нужно очень много собирать монет и, соответственно, делать офигенные, блин, трюки. Слишком много насунуто реклам, друзья мои. В этой игре слишком много. И, честно говоря, это раздражает. Так, ладно. Камни, главное эти камни перепрыгивать. Все остальное ерунда. Торпедкой. Да, закончить заезд. Получается. Так, что мы с тобой вообще зарабатываем? Хоть что-нибудь? Или нет? Вот его приспичил посреди ночи гоняться за ламами, а? Не мог утра, что ли, подождать? Да. Я на самом деле хотел просто запрыгнуть, но потом я понял, что мне туда не запрыгнуть, и решил сделать сальтон. Но, как видишь, сальтон у меня не получился. Поэтому он и врезался мордой. Получить 500 очков за один заезд. Легко вам так говорить это все? А ты попробуй сделать. Ну-ка. Вот как я должен туда был запрыгнуть? Объясни мне. Так, я получил, да, очки? Нет, я не могу врубиться, что мне нужно сделать для того, чтобы, например, перепрыгнуть эту яму. Я думаю, ты немножко тоже в шоке, да, от этого всего. Так, где этот магнит я должен поднять? Так, продолжить заново. Что, если мы продолжим? Вперед. Так, поднять магнит. Ну, вот как-то по светлоте, мне кажется, получше, да, ехать. Но опять же, камни никто не отменял. Пока все замечательно. Вроде и лам ловим, да? Все отлично. Так, лучшее расстояние. Мы с тобой сейчас только что побили рекорд. Да блин, ну я же отпустил кнопку. Ну с какого перепуга-то ты, а? Сделал вот эту вот гадость. Объясни мне на милость. Ну, рекорд уже побит. Теперь нам нужно проехать 5000 метров. То есть это 5 километров получается. Лихо вы, конечно, тут придумали. Не, игруха, ребята, простенько сделана. Твою налево, отвлекся. Вот как только начинаешь говорить, что-то там думать, всегда проигрываешь. Сделана она красиво. Несмотря на то, что обычная простая графика. В общем, для любителей и раннеров, я думаю, она вообще зайдет на ура. У меня, кстати, на iOS есть тоже игра этой же компании. Только там мы по городу, по странному какому-то, путешествуем. Ну-ка. Встали. Отлично. Угу. Воу. Чё себе он ускорился-то так лихенько. Так, камни, камни я эти вижу.
Да чтоб тебе, блин, ну вот как вот он должен, извини меня, подняться наверх, подпрыгнуть? Я не понимаю этого. Так, мы проехали 5000 метров. Расстояние 920 метров. Так, еще разок. Поехали. Теперь нужно где-то поднять магнит. Вопрос, где его поднять? Где его вообще найти хотя бы для начала? Твою налево, берегись, камень, блин. Ты пишешь, кстати, после того, как я уже врезался. Если бы ты писал бы мне заранее, типа, берегись, камень впереди, я бы среагировал, а так ничего не получается. Ладно, надо быть просто внимательным, и все. Вот здесь я вижу камень. Здесь вижу камень. Опа. Видишь, как шикарно получилось. Лучше и не придумаешь. Видел. Они, конечно, хитро сделали. Камень-то выставили. Ой-ой-ой, лишь бы нормуль. Вот ускорение как-то мне не особо нравится. Это камень. Замечательно. Еще один валун. Еще валун. Вот как я должен был там наверх подняться, я не знаю. Перо какое-то нашел. Так, а перо что-то там нам... А что случилось, ребята? Блин, я не понял. Я не понял, что случилось, но магнит я не поднял. Где этот магнит вообще искать, не знаю. Новый рекорд. Так, блин, я хотел в магазин забежать. Забежал. Блин, опять тут ночь. Ну, этот рекорд я уже свой вряд ли смогу побить. Такой бывает только раз в году. Я хотел поэкспериментировать. Думал, может быть, как-то там нажать, отпустить. Он как-то кульбитик там сделать или еще что-нибудь. Ну, давай еще разок. Это у нас уже какой, наверное, 10-й разок, да? Мы с тобой все пробуем. Эти камни, они, видишь, понимаешь, ты смотришь, и они очень, как сказать, с деревьями спутываются. То есть елки, ты как бы смотришь на дорогу. А тут бац, и валунчик появляется. Из ниоткуда. Поэтому я как бы смотрю больше все-таки вперед на дорогу, чем на самого нашего персонажа. Вот видишь, что они делают. Вот на такой скорости, блин, можно так хорошо врезаться, как вот здесь, например. Камень не подсунули, а? Магнит, наконец-то я его подобрал. Трындец, там был костер. Я просто врезался в костер. Закончить заезд. Можно мне зайти в магазин? Так, что, спугнуть 15 птиц за один заезд, прокатиться? Ну, что делать? Комбо, осталось 7 уровней. Так, дайте мне домой зайти. Сколько у меня вообще денег? Не показывают, нет? 499 монет. Крылатый костюм. Взлетайте, зарядите шар для активации. Сделайте... Ого, ценник, ты посмотри какой. Фига вы. Так, увеличить длительность магнита для монет, чтобы собирать еще больше монет. Магазин подарков. Ого, тут даже... Они даже туда воткнули реальный магазин, ты прикинь? Со шмотками. Так, ладно, я, наверное, куплю вот это вот, чтобы не волноваться о камнях. И вот магнит. В плане. А, 250 нужно, а у меня всего лишь 249. Одной монетки не хватило. Ну что, давай еще разочек. Новое достижение я получил. Новичок. Дурачок.
Ладно, ничего страшного. Так, спугнул 15 птиц, что ли? Уже? Так быстро? Лама, иди сюда, а? По-моему, светает. Йок! Твою ж дивизию, блин. Ну как так-то, а? А, сделать два комбо. Вот они насчет комбо тоже, конечно, прикольнулись, да? Как я их должен делать, если элементарно нет возможности такой? И высоты, и долготы моего полета просто не позволяет сделать какой-то там, блин, комбо. Вот я о чем. Вот, например, здесь, да, есть только. Слушай, сделал комбо я. Ну-ка, давай еще раз попробуем. Вау, как это у меня так получилось? Ты видел? Я просто камень уничтожил. В прыжке. Бумс. Хорошо, что он себе шею не свернул. Так, ну что, друзья мои. Я думаю, что для всех все. Так, что такое? А, вот у меня, ребята, Альта Одиссей. Да, есть. А тут что? Тут непонятно. Тут какое-то солнышко. Добро пожаловать в зен-режим. И что это за зен-режим такой? То есть вообще ничего здесь не будет? Просто и... Ага, не будет, конечно. Но здесь мы лам не ловим с тобой. А камни есть. Пумс, нормуль. Молодец, красавчик. Да что в тебе, ты... О, то есть я, типа, бессмертный, что ли? Да ё-моё, я думал... Я думал, у нас там будет нормальное расстояние. Ты сейчас издеваешься, что ли, надо мной, парень? Давай, не балуй. Да господи, ну на каждой этой падает. А, это лед, он на льду разгоняется так сильно. Красавчик. Смотри, здесь он перелетел только шорох. Смотри, какой у нас шар встал. Длиннющий. Может быть, это и есть зен-режим? Ну, разве не красавчик? Еще скажи, что не красавчик. Вот. Так, ага, автоматически. А, у него шарф укорачивается. Все, я понял. Если он когда падает где-то или погибает, у него становится, короче, шарфик. То есть, на самом деле, это такая релакс-версия, да? Где особо сильно тебя не напрягают. Костер на ускорение, оказывается, можно сбить просто-напросто. Потому что шарфика я у себя не вижу. Да, это какой-то парень, наверное, финн. Или норк. Наверное, норк решил просто покататься на ночь глядя на своей досочке. Вот, потому что днем ему, видимо, никто не дает покататься. И вот он. Музыка-то какая стала, смотри. Прям такая, ух. Тут, конечно, не дают нам ни очков, ничего. Но и намного проще, согласись, ехать. Прям вот я еду и балдею. Так, здесь у нас все нормуль. Можно было бы, конечно, трюк здесь сделать. На такой... Тихо, ага. Нормуль. Блин, я бы хотел бы на скейтборде прокатиться. Ай-яй-яй-яй, зря. Я что-то пожалнулся, думал, не перепрыгну. Я отжал кнопку, а надо было дожимать до конца все-таки. Все-таки надо было дожимать. Гроза уже началась какая-то, прикинь.
Нифига я там трюкач. Эх, жалко, очков нету. Фига, у меня шарфик, ты посмотри какой. Твою налево, блин, я и сразу укоротился. Заработал. И сразу же его потерял. Понятно. В общем, эта версия, я так понимаю, бесконечная, друзья мои, бесконечная. Можно ехать, ехать, и ничего у тебя не произойдет. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!